Болливудский актер Бобби Диол снимался в своем будущем фильме «Love Hostel», штат Пенджаб. Однако сообщалось, что в пятницу съемки прекратились после того, как протестующие фермеры вызвали беспорядки. Несколько дней назад съемки фильма Джанви Капур «Удача Джерри» также были остановлены в Патиале по той же причине. Как сообщается, именно в то время, когда съемочная группа Love Hostel устанавливала свое съемочное оборудование, группа фермеров прибыла на место съемок и попросила их уйти. В сообщении говорится, что когда они ранее остановили команду Джанви Капур, они сказали, что не позволят ни одной болливудской знаменитости снимать в Пенджабе, пока их вопрос с центральным правительством не будет решен. Фермеры также ясно выразили свое разочарование Бобби Диолу по поводу его брата Сани Диола, который также является депутатом, и отца Дхармендры, добавив, что они не поддерживали фермеров, несмотря на то, что были из Пенджаба. Между тем, Love Hostel также снимается в главных ролях Викрантом Масси и Саней Малхотры, а режиссером является Шанкар Раман. Фильм является сопродюсером продюсерского дома Шахрукхана.